Заставьте шар коснуться правой стены. То же самое. За одну фигуру. Тогда попробуем пнуть его пеналкой своей. Когда ты делаешь вот такую фигуру, она может на него упасть и потом как бы отскочить и развернуть его. Но тут высоты не хватает, чтобы она пнула его. Кажется, я нашел самое простое и гениальное решение. Мы просто должны нарисовать палочку и уронить ее. А шарик в конце достаточно скорость наберет, чтобы ее перескочить. Оказалось, все так просто.